Так, ну что мы с этой невероятной красоткой, она посмотри на меня. Мама мне собрались куда? Что скажи? В ЗАГС. Убери. Уже какой раз? Убери, я иду сегодня в свадебном. А ну-ка. Вот же он. Сантьяго Муниас. Ну ладно. Посмотрите. Это стиль. Я говорю, идем сегодня в свадебном. Что наверняка. Ты не садишь за стиль. Она тоже частично. Посмотрите. Что? В белом. Я в белом, если ну, все, и получается мы вдвоем свадебно. Не, на самом деле, я в этих штанах не пойду. Такие чистые морские, морская пехота. Кстати, да стой, да подожди, да рассказывай историю. Можете нас поздравить с тем, что у нас третья попытка поехать в ЗАГС. Не поехать в ЗАГС. Нет, расписаться, да, смотрите, мы оделись красиво. Красиво? Красиво оделись, мой брат? Очень красиво, ты мой брат. Красиво оделись, едем, кстати, мы едем в ЗАГС, прикинь. В третий раз, в третий раз. Надеюсь, распишемся сегодня. Спасибо, брат. Человек упал. Да, в общем, все, справки взяли, документы взяли, ничего не забыли. Штатив даже взял, чтобы на всякий случай, чтобы вот так выйти. Я даже с Ирой Раков заказала. С Ирой Раков заказала она. А, с Ирой Раков. Да. Ну давай так, если как мы не распишемся, особо в этом сраками не обломаетесь. Все, целую и все, и поехали. Так, малютка, это вот там сзади. Могли бы быть мы, но ты забыла паспорт. Ты да. Забыла паспорт. Ну ты же брал всегда сам документы. Ну, видишь, ура. А у нас не ура. Счастливо, что мы не расписались. До свидания. Все. Всех вам благ. На. Нас не расписали. Говорит, вы слишком красивый, чтобы быть в браке. Представляете? Замечательно. Прекрасно. Что? Я тебя выгоню сейчас. За что? Из дома. Посмотрите, вот какая она. Красивая. Кот, ну правда. Что? Ну вот всегда. Что, вы понимали, мы вышли? Он просто ходит, блин, общается с телефоном. Отпустите моего мужчину. Он мне нужен. Давай. Я за лимонадом. Я тебе сейчас пронесу все.